Прокуратура Элисты проверила ход исполнения законодательства о соцподдержке многодетных семей. Установлено, что одной семье не было выплачено и назначена компенсация. Более того, муниципальный орган неправомерно требовал с матери документы. Прокуратура в Элистинский городской суд направлено исковое заявление в интересах трех несовершеннолетних детей к органам социальной защиты населения Юстинского района и города Элисты о признании их бездействия незаконными и возложении обязанности назначить и выплатить ежегодную денежную компенсацию. Элистинским городским судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время территориальными органами социальной защиты населения многодетной семье выплачена региональная мера социальной поддержки.